скетчи, иди, надо делать свои видеоролики так, как делают рекламу. Смотрел только что на Медне, и там ведущий на Медне говорит, что когда в России появились клипы, в СССР, когда появились клипы, они пришли с минимальным опозданием, эта тенденция пришла с минимальным опозданием с Запада, и клипы снимаются на манер рекламных роликов. Вот мне надо делать, ну да и вообще ютуберам надо делать что-то похожее, надо делать что-то как реклама, чтобы твои видеоролики были по таким же жанрам, наверное, сделаны, рекламным, с теми же технологиями, методами и приемчиками.